Первый турнир Гарри Каспарова будет в Баку, Кубок города. Кубок города. Тогда начались эти эксперименты по, ну, я не знаю, как это, быстрые шахматы. Значит, это бронштейновская идея. Бронштейновская идея. Даже, по-моему, Кубок СССР проходил, значит, играли по часу. Ну, естественно, никакого накопления не было, играли на часах обыкновенных, как бы, с флажками. А час на партию? Час на партию. А почему так не прижился этот формат? Вроде такой, такой приятный формат. Но трудно сказать. Ну, я вообще помню, как Ботвинник вообще был всегда противником любых форматов, кроме классических вообще. Он да. Все эти вот эти, там какие-то были детские форматы, ну, 2:15:45 это как бы считался классический. Да. А были еще какие-то форматы, там, я не знаю, там, 1.5 часа на парту, что-то. В общем, он всегда, в общем, говорил о том, что это все плохо, потому что, значит, партия должна откладываться, анализировать надо. То есть, ну, вот, и вообще нужно время подумать, то есть, вот, Ботвинник был противником тех нововведений. Я помню, кстати, в 84-м году, да, в конце нашего матча с Карповым, или 85, да, 84-й год мы в Коломном зале играли. А впервые появляется вот эта идея о сокращении контроля. Не 2.5 на 40, а 2 на 40. И я помню, мы даже с Карповым как-то обсудили это. Какой-то партии, значит, что это вообще неправильно, что вообще как бы безобразие, что, да? Что это традиции все-таки, да? С трудом уходит. Как, потом все это вот будет меняться. То есть, на самом деле, мое чемпионство, если с 85-го года по там, 2000-й, это на самом деле полное переформатирование вообще шахматной партии, как бы вот именно связано с контролем времени и исчезновением доигрывания. Потому что, ну, до откладывания партии, потому что появляются компьютеры. И уже как бы быстрые шахматы полностью становятся частью процесса как бы всего этого игрового. А контроли меняются. То есть на самом деле вот эти изменения, они пройдут где-то с 85 по 2000 год. Вот как раз вот этот такой революционный период изменений. А тогда вот этот часовой контроль был революционным все-таки тоже. Значит, как бы. Но меня он вполне устраивал. Там какая-то была длинная система. Значит, обычно это для турниры были для шахматистов там пониже уровнем. Но там решил сыграть Олег Павленко. Он был вторым, ну, Багиров был, естественно, там абсолютный авторитет был, значит, Владимир Константинович. А Павленко был, как бы, он был второй доской, как бы, ну, он такой был хороший практик, в общем, больше наверное, любитель по нынешним меркам, вот, но, да. Но все равно был мастер спорта, и вдруг он решил сыграть Павленко, значит. Ну, как бы, ну, все считали, что, ну, понятно, как бы, итог предопределенный, интересно, кто выйдет в финал. И в итоге, в общем, я попадаю в финал. В финале там играли две партии, а потом в случае ничьей Блиц игрался. И в финале Павленко, значит, ну вот это я тоже описываю в книжке, как бы, Павленко очень много курил. Но он вообще был, как бы, он такой, у него вид был такой полноватый был, значит, ну, такой, знаешь, шахматист такой, знаешь, вот такой чемпион кафе, знаешь, просто, да, вот, значит, да, вот. И, значит, ну все, естественно, ждали, он пришел на партию, все, значит, и тогда, значит, моя главная новинка была, значит, вот, Павленко достает пачку сигарет, а я достаю пачку жвачки. Значит, начинаю, и он просто взбесился просто. Ну, ровно на этот расчет был, как говорится, почему он может курить, а я не могу, я не могу жевать жвачку. Первую партию он проиграет мне, в общем. Это, значит, я, можно посмотреть? Да, конечно. Тогда можем ее посмотреть, как бы. Я черными играл. Значит, ну, я как бы... Ты за меня играешь. Да. C4, G6, конь C3, слон G7, E4, D6, H3 игрок, слон E3. Ну, как бы, больших познаний у меня здесь не было, в общем, как бы, в... А Макогонов вам не рассказывал? Нет, еще начну позже с ним заниматься. Нет. А с Павленко я пошел Е5, Д5, значит, я пошел конь H5, он пошел слон Е2 Павленко. Да? Мне кажется, если он расслабился, потому что теперь так ходить вообще бессмысленно, слон F3, там, G3 дальше. А я что-то подумал и пошел F5. Тут. Мне было все равно уже, сыграю F5. Значит, на Еф хочу конь F4 пойти, в принципе, как-то попробую начинать. Слон H5, GH. Ферзь H5, он пошел здесь, да, значит, в общем, как бы, да. И я тут пошел F4, так, слон D2, нет, конь D7, как бы, ну, как коня, там коня развиваю, в принципе, 3-0 конь. И здесь я на самом деле надо было все-таки пытаться, значит, H6, B5 надо было ходить. Я пошел конь F6,
ферзь Е2. Но здесь опять, ну, или С6 надо было пойти, в принципе, скорее всего, С6, mm-hmm. потом пытаться, значит, бить, линию открывать какую-то, или А6, Б5 все равно ходить было. Mm-hmm. Я сделал ход ферзь Е8, в общем, совершенно бессмысленный. Он пошел конь F3, и здесь я еще сделал плохой ход C7, C5. Mm-hmm. Продолжаю играть. Значит, ну, контр-игра возможность уменьшает. Но здесь безобразно король Б1 он сделал просто. Поставить ладью на G1, G3, там все бы очень быстро кончилось. Он пошел король B1, поле задимает. Теперь я уже хожу А7-6, как бы, значит, он пошел. Нашел здесь план? Да, он уже, теперь я уже нашел план G4. Тут, значит, надо было пойти G4. Здесь надо было FG побить все-таки. Надо было пойти FG, но я пошел слон D7. Как бы, да, он пошел конь H4, я пошел B5. Ну и вот это здесь, как говорится, для самой, типичная ошибка для этой игры. Конь F5, пошел Павленко. Угу. Сразу пошел. Значит, ну, там, на самом деле, там, нормальный ход, там, просто ладья DG1, там, надо его сделать, просто, чтобы поле для коня освободить, uh-huh, и пойти близко. Значит, все равно близко к выигранному, надо поэтому было FG открывать линию себе. Пошел конь F5, зевнул B4. Здесь, я помню, как когда я пошел B4, впал в шок Павленко, потому что фигура, коню не ходить. Потерялся. Значит, он бьет на D6, ферзь E7, конь F5, слон F5. Ну, тут, наверное, GF, наверное, все-таки было... Было лучше пойти, в принципе. Пошел ЕФ. Угу. Взял, значит, здесь я тоже делаю. Значит, конечно, надо было ходить, в принципе, конь Е8, коня сюда переводить, угу, в принципе. Я пошел конь Д7 здесь, как бы, вот. Д6, ферзь Ф7. Угу. Вот. Вот ход Ф3 сделал, не очень хороший здесь. Ладья Б8, но здесь ладья Д5. Вот он сделал ход. Он явно зевнул, потому что здесь конь Б6, ладья Ц5, конь А4 еще здесь. Еще uh-huh. подставка такая получилась. Пришлось ему отдавать ладью дальше. Вот, ну, здесь уже все как бы... Реализовал, да? Не, ну Е4 здесь у меня просто. Еще Е4, еще... Но все-таки ладья лишняя. Вот. Ф6, слон Ф6, ладья Ф5. Вот. И здесь я пошел слон Ф3. Ладья Ф7, ладья Б2 шах. Красиво. Ладья Б2, ферзь Б2, слон Б2. Да, вот, да, теперь, значит, если меняться, то я просто прохожу в ферзи. Ну, да. Он ушел ладьей там, но это как бы все равно отошелся. Он пошел ладья Е7 здесь, да, я пошел ЕФ просто здесь. Все, ее не остановить. Пошел ЕФ, да, и вообще теперь вообще не остановить ее. Да, ЕФ, ладья Е1, слон Д4 сдался. Да, вот так. Красиво. Все в шоке. В общем, я там 12 лет все-таки, я выигрываю Кубок города. Маэстро. И это первое сообщение, которое появляется. Гарри Каспаров одержал победу, да. Да, кстати, как бы это самое, это его фамилия была Гарри Вайнштейн. То есть, на самом деле, uh-huh. такой важный турнир был, потому что во всесоюзной прессе появляются сообщения о турнире. Uh-huh. И как бы в шахматном мире появляется Гарри Каспаров. Вот. И после вот этого как бы вот успеха я еду вот в Ленинград, уже возглавляю команду нашего Дворца пионеров. Ну, я уже еду туда уже с большими ожиданиями. То есть uh-huh. Я сильный кандидат в мастера, и уже у меня как бы подготовка есть. То есть, на самом деле, понятно, я уже в этот момент представляю как бы значительную шахматную величину. Uh-huh. Uh-huh. Второй призер первенства Спартака Всесоюзного, только что выиграл там мужской турнир первый в своей uh-huh. жизни. Как он есть. Неважно. Часовой контроль все равно, как бы. Большие ожидания, и, в общем, ну... И это реальная борьба уже. И партия со Смысловым все-таки, как говорится, перевес, и, ну, Каталымов хорошо оставит в стороне. По Лугаевскому уже близко было, mm-hmm. но не хватает. И первая партия с Карповым. И вот первая партия с Карповым... А вы его партии смотрели же тогда, да, конечно? Не, ну, конечно, естественно, партии смотрели. Вот мы должны подготовиться, в принципе, значит, да. И я говорю, ну, Александр Сергеевич, что играть будем? Он говорит, знаешь что? Будем играть Найдорф. Первый в жизни я играю, значит. Найдорф играет. Я говорю, а если у меня слон G5, играешь вариант Полугаевского. Я просто помню, как... Я говорю, как? И он меня там начинает готовить, ну, показывает партии несколько Полугаевского. Uh-huh. Там, в принципе, как раз новые идеи, когда Полугаевский не бьет на E5 пешку, уже ферзь B6 ходит в главном варианте. В общем, проходит подготовка такая. Я говорю, да, значит. Ну, а если он там ходит, там, значит, слон E2, как он обычно ходит. Значит, когда будешь ходить, в принципе, это самое. Будешь ходить E5 тогда. В принципе, какие-то там вещи он там показывает мне. Еще не Шевинген, еще, как говорится, еще Найдорф. И вот это первая партия. Первая партия с Карповым, значит... Ну, это сеанс. Это сеанс. Сеанс, да. Я играю с Карповым. В итоге я остался один на один. На самом деле, как бы вот этот вот... Момент. Команда, опять, была... Ну, плохая была команда, но достаточно слабая, вот, как бы. И
так история, так, значит, она поворачивается, мы остаемся один на один просто. Другое дело, что понятно, в тот момент силы были не равны еще, но партия как бы получилась неплохой. Я потом, помню, мы пошли в гости к Тайманову, вот, Марк Евгеньевич смотрел на партию, да, говорит, тут очень, да, тут вот, какая позиция была. Очень такая, значит, ну, нужно посмотреть партию. Да, значит, ну, снова, я за Карпова, да. Странно, да? Значит, ну, ты будешь, да, играть за Каспарова. Значит, конь f6, конь c3, значит, mm-hmm. a6, слон e2 пошел Карпов. Значит, мы e5 играем. Мы здесь что? a6, да. Слон e2, e5, угу. Конь b3, слон e7. Угу. Вот Карпов пошел здесь слон g5. Да, в общем, такой как бы ход, значит, да, ну, я пошел слон e6. Как крепенько. Он играет здесь f4. Значит, ну, я, естественно, я бью на f4 здесь. Угу. Ef, слон, bd, f4. Ну да, там у него же был матч с Полугаевским был, там, и мы с Никитином смотрели вот это, то, что он играл с Полугаевским, как там черным правильно играть. Uh-huh. В общем, мне там Никитин там как-то на ходу объяснял. Значит, uh-huh. как бы, да, значит, я пошел здесь конь c6, рокировка. Вот, как бы, ну, так, как бы нормально пойти у черных здесь. Ну, не знаю, вот, может быть, он ходит король h1 здесь. Вот. Uh-huh. Ну, здесь, в принципе, уже можно было пойти d5. Здесь как бы, как от меня, в принципе. Здесь d5, e5, конь e4, или d5, e5, конь d7. Эта позиция у меня вообще встречалась с пешкой на a7 потом. Я же буду, я играю ранее e6, e5, буду в Шейнгеде играть. То есть вот с такой пешкой я там с Геллером играл, в 81 году с Кузьминым, то есть это вот с этой пешкой. Вот. А, ну, здесь, наверное, так тоже можно. Слон d3, f5, там, скорее всего, упрощение максимальное. Вот. Но, значит, тот момент как бы... Для меня это было неочевидно еще, естественно. Я пошел b5. Все-таки так, как бы вот, ну, как вот со слянку так играют, значит, b7, b5. Вот, значит, он пошел, Карпов пошел здесь слон, слон f3, на самом деле, да, значит, ну, правильный ход был конь d4 здесь, мы считаем, слон f3. Ну, только все-таки сеансовый ход такой. Ну, да, конь да, e5, вообще. Конь d4. Я сыграл слон c4 здесь. Ну, здесь начинается такая какая-то довольно нестандартная игра. Карпов сделал ход ладья f2. Неудачный здесь. Все-таки надо ладью сюда ставить. Ладья f2. Вот. b4. Конь d5. Конь d5, ed, слон f6. Ну, здесь интересно, что Карпов явно, как бы, считал, поле c6 слабое. На самом деле это все как бы поле c6, поле c6. А, в общем, у черных все очень крепко. Одно поле c6 да, ничего не решает здесь, на самом деле. Он пошел ладья d2, значит, да, в принципе. Ну, планирую в итоге там куда-то залезть там, на c6. Вот. Ферзь b6 я пошел здесь. Слон e3. Вот. Ну, здесь ферзь... Ну, здесь как компьютер здесь, видимо, сильнее играть было. Ферзь b7, что ли? Я сейчас смотрю здесь. Вот. Да, ну, в общем, после ферзь b7, наверное, было просто реально, реально хорошо у черных было. Вот. Такой ход, конечно. Ну, да. Да, ну, как бы... Человеку... Ферзь b7, там, я все-таки ферзь c7 был самый правильный. Ферзь b7 тоже возможно было, но ферзь c7 самый, как бы, интуиция меня не подвела. Ферзь c7 самый такой правильный ход. Вот как бы ферзь c7, он пошел слон e4 Карпов. Вообще у белых уже ставится хуже, что интересно. Я вот тогда еще до конца не понимал, потому что опять поле c6 это такая эфемерность все-таки, а у черных все очень хорошо стоит. Вот, значит, слон e4 сыграл Карпов, я пошел ладья f8. Слон g1, как бы вот он отходит здесь. И я пошел здесь, значит, я играю g6, в принципе. Да, ну, правильно, как бы я начинаю готовиться к уходу, к подготовке, значит, как бы своего потенциального наступления. Карпов пошел а3 здесь. Еще один, в общем, ну, как бы, ход такой. Значит, b3, как бы, была возможность. Ну, b3, слон b5 просто я хожу. А3, значит, ход не самый лучший, вот, в принципе. Опять, наверное. Да? Но все-таки да, потому что дает дополнительный черный возможность. Не на том участке открывает игру. Вот, вот, может быть, в принципе, b3 было все-таки сильнее. После a3 я пошел a5. Но здесь сильнее было... Ну, вообще, можно было пойти слон g5. Можно было качество выиграть все-таки. В принципе, ладья f2, слон e3, в принципе, да. Значит, после аб взял он d2, ферзь d2. Нет, где? Не, а вот, здесь, не, да? Не, вот здесь сразу да, пойти да. сразу слон g5. Да. Ладья f2, слон e3. Угу. В принципе, ну, в общем, качество – это качество все-таки, да. Как можно было выиграть качество здесь и... Ну, ладья туповатая. Ну, она туповатая, но как-то вот мне даже в голову не приходило это, что можно сделать здесь, в принципе. Значит, что такое возможно. Вот. Я пошел опять. Черный самый лучший пока позиция, но как бы, значит, АБ, АБ пошел Карпов. Взял. Б3, как бы, ну, слон А6.
И, ну, все равно черный красиво стоит, да, как видишь, здесь. Все гармонично, все, да. Он пошел конь c6 карпов здесь, значит, в принципе. Вот. И здесь я побил на c6. Как бы, значит, я уже начал думать о том, как я вторгаюсь сюда. На самом деле, просто можно было слон b5 сыграть. Вот после, после слон b5 уже, в общем, теперь на слон d4, слон g5. И, в общем, белым было бы здесь очень, очень было бы кисло. Угу. Вот. Так что вот здесь вот такая, такая возможность была. Вот. И я смотрю, да, слон d4, слон g5. Ну да, в общем, у черного был явный перевес тут. Вот. Я побил здесь, конечно, зря я пешку, дал возможность пешке туда встать. И, значит, пошел здесь ладья e8. Вот. Но вот это я пишу уже, что это действительно уже ошибка, в принципе. Вот. Слон b5 по-прежнему, в принципе, черный опять. Вторгаться надо было отсюда. Вторгаться надо было отсюда, вот сюда, значит. Черных, ну, я объясняю, черных сохранялся перевес. Я пошел ладья e8, да, но это вот просто подставка, потому что карпу мог побить ладья d6 здесь. Ну, а что он не побил? Ну, потому что сеанс играли все-таки, да, значит, да. Значит, просто после ладья d6, как бы, значит, у черных тут, значит, как бы, ну, вот если так, значит, планировалась какая-то такая идея здесь, так, ферзь f4, вот. Такой красивый ход ладья e7. Прожигать. А он, видимо, не видел? Не видел, да. Ну, не он, я не видел, ну, в принципе, да. Как бы. Вот, в общем, Карпов опять сеансовый ход слон такой делается. Слон c3. Вот. Ладья f2. Вот. И здесь ладья e1 совершенно делается ход. Значит, в принципе. Я начинаю торопиться. Простой ладья e7 здесь. Там ферзь f3, король g7. И, в общем, у белых серьезные проблемы здесь, потому что грозит, в принципе, самое. Значит, f5, на g4, f6 просто ходить. Угу. Дальше вторгаться. Белым пешка, конечно, красивая, но вообще вот черный все держит. Вот это я помню, позицию Тайманов в нее смотрел. Ох, какая позиция. Да, как... вот. А я тороплюсь. Так. Здесь надо было все равно уйти назад. Но я как бы уже... На победу пошла. Вдохновленную. Да. Сейчас надо выигрывать сразу. И зеваю слон c4. Здесь такой удар, да. Тактический. Слон f2. Мат грозит. Мат грозит. Слон f2, ферзь бьет f2. Теперь ладья висит. А после ладья g1, король g1, слон c4, ферзь d4, шах, ферзь bc4. И вот так. Да, на ферзь c6 белый... ну, ферзь d4 выигрывает здесь. Значит, ферзь d4 выигрывает здесь сразу партию. Значит, да, просто здесь я... Я пошел слон c4, значит, ладья g1, ладья bg1. А, нет, вот... Там, по-моему, надо было начать со слона f2. Нет, смотри. Значит, это то, что вы сейчас рассказали, это так лучше было сыграть. А начали вы с ладья g1. И тут после, ферзь d4, на самом деле, здесь вот ферзь d4, возможно, король же размен, взятие пешки на b4, там был шанс на ничью. Но выигрывает здесь просто это самое, выигрывает вот здесь такой маневр. Король h6, ферзь e3, король g7, ферзь e7, так, и ферзь f8. Просто мат. Король g5, h4. Ну, матуется, в принципе, значит, да, вот. Вот. Значит, самое упорное было... Да, вот сам, ну, да, самое упорное было в этой позиции, но я просто терялся полностью уже вот здесь. Угу. Самое упорное было, когда здесь был шанс попробовать спастись. Побить на f2 сначала, да? Сначала надо было побить... Да, вот, надо было побить на f2, ферзь f2, слон c4, да. Ферзь бьет e1, слон d5. Да, это был последний шанс был, в принципе. Здесь. Ну, позиция проигранная, но, по крайней мере, можно было сопротивляться. Вот, да. А значит, я побил, да. Но я побил здесь на g1. В общем, надо как бы здесь быстро. Ну, еще уже так. Вот. И здесь еще даже король f2 он смог побить. Угу. Вот, что вообще, уже это вот точно... По крайней мере, надо было проверить, как он там выиграет в тех позициях, потому что здесь-то просто... И все совсем плохо. Угу. Совсем стало плохо. Вот, и, ну, я расстроился, конечно, после этой партии. Но, с другой стороны, знаешь, как-то я думал, один на один играл с чемпионом мира. Вообще, на самом деле, знаешь, такой момент был. И, кстати, надо сказать, что там многие напряглись вообще. Многие это кто? Ну, вот кто смотрел там. Вот. Мне кажется, это был такой человек Тупикин. Он был секретарем Ленинградского горкома партии. Вот тоже был один из как бы карповских покровителей тогда. И вот, по-моему, он тогда начинает напрягаться. Вот как вот я просто помню, потом мне мама говорит, что там какие-то люди, в общем, вообще партия один на один играет, вообще. Вот
То есть, ну, как, вот что-то вот начинает... Как бы а вот, чего они, ну, что они так волновались? Ну, как бы я все-таки как бы, не оттуда был, неправильный был, как бы. Угу. Как бы да и фамилию только что сменил вообще, как бы. Тут такое счастье привалило. Но ведь раньше такого особо в Советском Союзе не было, да? Ну, вот когда там, ну, Ботвинник, его там, ну, да, проигрывал он матч, ну, понятно, ничего да. страшного. Да, там, но тогда да. просто ну, был момент, когда все-таки там практически вся сборная Советского Союза была еврейской. Практически вся была. Там, ну, смысло было исключением. Василий Васильевич, да. Вот. А так просто... Ну, и там Керес был еще, в принципе, да. Эстонец тоже. А здесь вот Карпов появился. Да, значит, и вот это... Я опять помню какие-то вещи довольно смутно. Но вот возникает какое-то всех странное ощущение, что вообще-то не случайно все это. Вот это опять, это, знаешь, вот как бы никто точно не знает, как что сложится. Но вот сам факт, что, что такое могло быть вообще, что один на один, почему... Понятно, там никто не анализировал глубоко. Но вообще-то Карпов близок к поражению был. Просто вот легко выиграв 6 остальных партий, там просто. Там, по-моему, вторую с Лешей Эппельбаумом он еще играл, там был совершенно выигранная позиция, там не имело значения. И кроме того, вторая доска была. То есть вообще не имело, как бы он там рукой ходить, потому что тот вообще играл очень пассивно белыми. Остальных партий не было просто. Просто он все смел, смял быстро. А, причем интересно, там было же дикое было соревнование было. Значит, получается, 7 команд играло. У нас 7 команд играло. Значит, играли... значит, ну, играл, естественно, Москва-Ленинград. Баку играл. Играла Алма-Ата. Играл Куйбышев, наверное, потому что Полугаевский. Мне кажется, какая-то команда, за которую Лёва играл, Полугаевский. Кузьмин играл за Черновцы. Команда Черновцов. Черновцов была. Соответственно, Карпов-Челябинск, наверное. Ну, да. Я думаю, да, в принципе. За Ленинград Корчной играл. Значит, и там конкуренция была, естественно, значит, там, значит, Карпов, Корчной, Полугаевский, в общем, боролись. А выиграл соревнование сеансеров Василий Васильевич Смыслов. Как всегда. Я даже был, он набрал 38 из 42, Василий Васильевич, по-моему, там. Вот. Значит, он их опередил на полочка. Они трое, по-моему, набрали по 37,5, что вот что-то такое было. Вот, просто, значит, как бы... Решающим в этом оказался наш матч с Ленинградом. В последнем туре мы играли с Ленинградом, и я играл с Корчным. И Корчной был просто, ну, это принципиально, он с Карповым боролся, значит, надо выйти. Всегда должен с кем-то бороться. Да, да, бороться был. Значит, ну, во-первых, Ленинград конкурировал с Москвой, и, в итоге Москва выиграет турнир, как бы, вот. Но Корчной, значит, он лидировал. Он был лидером среди гроссмейстеров. 32 очка у него было. Вот. У Смыслова было, по-моему, 31. Потому что Смыслова выиграет у кого-то 7-0. Выиграет и наберет свои 38. А Корчного, по-моему, 32 было. Вот. И он играл с нами. Вот. Он с нами потеряет 1,5 очка. Причем потеряет 1,5 очка, там две партии он просто вынужден, потому что он практически весь сеанс пройдет за одной доской. Ну, он должен эту партию проиграть. Как бы. Это, он был напряженный, недовольный был. А вы это помните? Это я бы не помню. Просто это я даже помню. Как вот ощущение, вот ощущение. Вот игры с Корчным, да? Ну, с Корчным, на самом деле, вот тут я уже, как говорится, тут... Во-первых, я чувствовал себя как бы лучше, потому что, ну, понятно, проиграл Карпу, смысл, но я вообще был как бы там звездой своей, да, как бы. Я все-таки... Со мной напрягались уже, видно было. Да. По всему видно, что идет напряжение. И с Корчным партия была, но она была очень, как бы... вдохновляющий, значит, ну, Корчной пошел. Там, D4, естественно. Книгу я возьму, да, возьми, да, да, чтобы вы спокойно показывали. Староиндийская, как бы, ну, можешь посмотреть, E4, D6, значит, пошел F3, Виктор Львович. Я играл конь C6 тогда, значит, в принципе. Ну, честно говоря, конечно, ход, наверное, там, ну, без рокировки второстепенный все-таки, значит. Ну, тем не менее, H6, значит, ферзь D2, ладья B8. Нет, он пошел конь E2, ладья B8. А, конь c1, e7, e5 здесь, значит, как бы эта идея. Ну, во-первых, белый могут конь b3 пойти здесь, в принципе. Да. Значит, ну, а после d5, конь d4, в принципе, значит, здесь проблема возникает в том, что теперь, значит, просто если белые играют там конь b3, черный мог пойти c5, dc, bc, конь d4, если он d4 взял на b2. Ну, такая, это то, что тогда, по-моему, все-таки проигрывает. Это на самом деле, как бы, то что... Меня вдохновляло, какой-то анализ был такой, значит, какая-то партия. На самом деле, как бы все это, как бы, если ты посмотришь, там все это на самом деле не вилами на воде писано, потому что вот, там, по-моему, там есть у этого есть опровержение. Я так выиграл, кстати, в полуфинале, по-моему, Витя Газаряна партия. Да, правильно. Да, сейчас посмотрю, да, вот, значит, да. Да, ну правильно, на самом деле, да. Можно было ферзом d4 побить, в принципе, там позиция плохая просто. Да, то есть, как бы вот то, чего, значит, как бы здесь.
Там, ферзь BD4, на ладья B2, длинная рокировка, просто, в принципе, да, и в общем, черным нехорошо. Просто, как бы, такая неожиданная, uh-huh. неожиданная такая идея получается. Вот. Как бы, так, да, я правильно понял, да, сейчас посмотрю здесь. Да, помню, да. Да, так, да, получается, ферзь D4, значит, ладья B2, и здесь 3-0, да, 3-0, конь H5, E4, E5 выиграл. Uh-huh. Ладья B2, 3-0. Ну, это, опять, это уже современный анализ. Изыски. Вот, да, значит, я как раз вот после вот полуфинала вот, полку, значит, я вот в полуфинального своего матча, где, значит, Витя пошел конь B3, там, значит, потом, uh-huh. потом побил слоном, ладья B2, он пошел ладья B1, потом на партию проиграл тоже. Значит, я помню, когда я пошел конь D4, короче, я так посмотрел так удивленно. Что такое? Дело в том, что когда черные сделали рокировку, в принципе, uh-huh. то здесь взятие на D4 обычно не получается, потому что конь B4, ферзь D4, ладья E8, как бы, да, вот uh-huh. тактический удар решает здесь. А вот, при этой рокировке пешку можно забрать просто. Ферзь B4, просто лишняя пешка. Да. Хорошо, посмотрел, забрал пешку. Я был дико доволен. Как он обычно и делал. Как он обычно делал, да. Я был дико доволен, потому что пешку-то забрал, так у меня же слон теперь заработал. Да-да. То есть мы были, оба были очень довольны, в принципе. Угу. Значит, да, как бы, значит, он пошел здесь, значит, ферзь D2 ушел корчной. Вот, и здесь я сыграл, да, ну, может быть, здесь я пошел, значит, я пошел конь H5. C5. Я пошел C5. Да, я пошел C5. Угу. Я сыграл C7, C5. Да. Как бы готовлюсь тут, значит, к своей контр-игре, значит, да. Он пошел здесь... А4. А4 пошел, естественно. Виктор Иванович всегда А4 здесь. Да. И здесь я сделал ход, ну, как конь H5. Может быть, конь D7 все-таки было лучше. Угу. Вот, хотя, ну, я считаю, у черных полная компенсация. Сейчас меня... Я пошел конь H5. Тут снова тут он так напрягся тут, как угу. бы, но тут пошел G4. Вот. Ну, нюанс в том, что теперь надо коню уходить назад, что, видимо, было сильнее. Угу. Вот, ферзей сохранить. Потому что все-таки, ну, что это такое? Что это за безобразие? Да. Все открыто конем. Сейчас пытаюсь. Или давать шах. Как бы шах. Как вы и сыграли. Как я и сыграл. Он пошел ферзь F2. Не, он пошел король D1. Король D1 пошел. Король D1. Да, нет, естественно. Ферзь F2 правильно было. Да. Ферзь F2 взял конь F4 и потом просто менять коня, в принципе. Угу. Да, вот как бы такая возможность. Он пошел король D1, ему хочется есть большего, как бы. В том плане, что хочет моего коня отогнать туда. Угу. Теперь ходит ферзь E1. Вот. Я побил на E1. Угу. Король E1. Ну, естественно, хожу конь D7, как бы. На E5, да. Готовлюсь к ходу F5. А, ну, он был, по-моему, в этот момент очень пешка лишняя, в конце концов, что такое. Ну, и, да. По-моему, пошел здесь слон E2, конь E5. Угу. И потом... Ладья G1. Да. Опять. Ход это довольно сеансовый, F4. Угу. Здесь я не уверен. Я пошел F5, да, здесь? Да. Вот. Что это как бы... Ну, а вы всегда записывали время, которое потрачено? А, да, это Никитин меня приучил хронометраж вести. Но сейчас по сегодняшним правилам ФИДЕ меня дисквалифицировали, потому что писать на бланке еще нельзя вообще дополнительно. Да, но да. Тогда как бы это... Я всегда писал это опять Никитин. И свое время, и соперника? Да, да. А потом проанализировать. Никитин любил график составлять. У него графики были. Вот, время как, значит, потраченное время, почему потрачено здесь время, почему здесь потрачено. Глубоко. На самом деле, да. То есть как бы это было такое, уже как бы правило было. Угу. Вот, все партии, в итоге он такой был, значит, классификатор, все партии были разложены, график здесь, тут, потратил время, соперник думал, а над чем ты думал здесь. То есть, на самом деле, все это как бы складывалось как бы, вот в какие-то замысловатые узоры. Значит, угу. Поэтому время всегда записывалось. Вот. До конца карьеры? До конца карьеры. Да? До конца. Ну, в конце уже просто я даже не помню, потому что не надо было, потому что уже хронометраж велся. Ну да, электронные доски были. Да, да. Но, в общем, довольно долго. То есть у меня... Ну, в матчах с Карповым я уже не писал, потому что, как бы, опять, хронометраж вели за меня. Но, в принципе, когда этого не было, я... Вот до матча с Карповым писал всегда время. Угу. Потом уже, наверное, ситуация. Избирательный вопрос был, когда это можно бы, надо было угу. делать. Но привычка сохранилась. Вот. А, значит, я пошел F5 здесь. Короче, ну, я побил на F5. Не помню, F5, ну, нормально. Да. Вот EFG, G5 я пошел. Да. G5, я пошел слон D7 здесь. Вот. А, и здесь, ну, по-моему, довольно быстро король D2 пошел здесь, короче. Угу. Опять сделал такой естественный ход, сделал. Угу. Вот, значит, у черных компенсация полная здесь. Король D2. И тут, ну, вот я уже, ну, такие вещи я видел быстро. Я пошел B5. По мозгам, да? Удар. А, неожиданно. Ну, просто, знаешь, сам, опять, это же психологический момент. Он все время препятствовал ходу B5. Раз, два, три, четыре удара. Да. Ну, B5 хай пойти невозможно. Но нюанс в том, что тут ладья вот на G1 встала. Угу. После B5, ну, пойдется близко к выигранному черных уже.
А, значит, и Корчной в этот момент просто пересаживается сюда, значит, и на самом деле сеанс идет наперекосяк. Значит, там, значит, кто-то его там отсушил во французской Е4, Е6, на треть, вот ЕД побили, значит, пошли, значит, там, словом, Д3 как-то его... Страшно было недоволен, кто-то, наверное, кто-то да? делал ничью с ним и сделал эту ничью. А кто-то еще, по-моему, у нас в доске на пятой, по-моему, кто-то. Там еще, в общем-то, какая-то позиция, он явно что-то, короче, быстро делает ход какой-то, попадает в сложную ситуацию. В итоге партия будет присуждать и присунуть ничью. На самом деле, там даже хуже будет стоять. Но все силы уходят сюда. Корчной сел за доску просто. Ну, просто вот тут сидит Корчной, с сигаретой, значит, стоят те доски заброшены. Ну, он понимает, что здесь происходит. Что здесь что-то вообще, что-то... Это другая история. Значит, размен. Значит, ЦБ, слон бит Б5. Конь Б5, ладья Б5. Считал все. Слон Б5, конь Б5 в три шах. Король... Король С2, да, он какой здесь? Король С2? Да. Конь взял G1. Вот. Ну, в общем, позиция объективно, она проиграна у белых здесь. В общем, потому что пешек поровну, но сейчас как бы у черных слон сильнее, значит, пешка это проходная. Кроме того, после коня F3 неизбежно все начнет висеть, потому что белых пешки очень слабые. Вот. И черный конь G1 на D4 попадает, в принципе, слон работает, конь на C1 не пойдет, куда пойдет точно. Вот. А главное, что белый теряет материал. Он ходит слон D7 корчной, начинает спасаться здесь с последних сил. Конь F3. Нет. Стоп, конь D3 он ходит. А конь D3 ходит. Конь D3, да. Конь F3, ну, слон D7 теперь ходит, да. Конь D3, это что он хотел? Ну, надо как-то развить фигуру. Надо же куда-то ее, коня вывести. Хочет. Ну, кроме того, пешку B2 потенциально защитить. Ну, как надо, так, слон D7. Да. Вот. Ну, вот здесь много возможностей, как бы, выигрывать, наверное. Я пошел, я конь D4 шах, по-моему, пошел здесь, да. Что, пешку не взяли? Ну, можно было взять пешку, видимо, да, я не помню там, как. Да. А взятие, не знаю, нет, взятие ладья F1, мне кажется, да, в принципе, пешки. Тут ему лег C4. C4, а. Вот конь взял C4 потом, да? Да, конь F1, C4. Да, и надо, да. В принципе, ну, я пошел так, что тоже, наверное, да. Тоже логично, да. Король D1 ходит здесь, да? Да, и F4, пошла. F4 пошла. Пошла это просто. Родимая. Да, слон E6. Да. Конь Е6, ДЕ, и здесь я пошел F3. F3. Король Е1, да? Ладья А7. Ладья А7. Активно. Здесь я пошел ладья Е8, да? Это, по-моему, не лучший ход был, да, по-моему, если я не ошибаюсь? С4 опять. С4 выиграл. Какие-то уже такие, ну... Ну, опять, ну, понятно, что черный играет на победу. Все-таки. Ну, да. С4. С4 им выигрывал все-таки партию. С4, конь F2, да, здесь? Ну, тут Е7, Е7 пишется, я не знаю, это что-то. Е7, ладья Е8, да. Да, Е7, ладья Е8, конь F4, слон B2. Ну, в принципе, это все-таки, наверное, близко. Конь D5, король F7. Все-таки, наверное... Можно прорвутся, да. Прорвутся черные все-таки. Да. Вот. Нет, на самом деле, здесь тоже, здесь тоже сохраняется перевес, как бы. То есть F3, ладья Е8, ладья F7. Да. Ладья взяла Е6. Ладья F3. С4. Не, там не так. Я начал С4 ход. Да, ладья F7, С4. Ладья F7, я начинаю С4, конь B4. Конь F4 он сыграл. Конь F4. Конь F4. А вот... Да, конь F4. Конь F4, F2, да? Нет, или слон B2. Слон, конечно, слон B2, да. Конь D5, ладья E6, ладья бьет F3. Да, 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 вот так было. Ладья E4, в принципе, нам все-таки позиция, она объективно выигранная. Просто лишняя пешка. Главное, что здесь... Но здесь я начинаю думать, дотяну ли я до 45-го хода, потому что я хочу уже отложить партию. Просто, да, значит, да. А что присудили просто. Да. Что, ну, вот этот ход, я не ошибаюсь, вот именно так вот. Ставил в критическое положение. Ладья 4, да. Ну, наверное, проигранная позиция. Да. Ну, у черных все-таки лишняя пешка, позиция консолидирована. И здесь я какой-то ход сделал. Король G7. Король G7, ну, тоже вроде логично. Да, король G7, он ходит конь E3 здесь, да? И здесь я допускаю, ну, здесь, конечно, чудовищный ход. Ладья E4 все равно еще был ход здесь. Все равно ладья E4 все равно оставлял большие шансы на выигрыш. Вот, как бы. Вот. А я пошел C3 здесь, да. Ну, C3 — это чудовищный ход, конечно. И он сразу начинается. Контр-игру, конечно. H4 сыграл. H4 все. Ну, начинает, да. Ну, забить слона вообще, это, конечно, было. Да, такой неестественный ход. Неестественно, да. Вот. Даже не понятно, она же дальше никуда не идет. Да не, ну это как бы, ну уже все-таки, ну устал. Ну устал, да, устал. Да, да. C3, устал. H4, ну и дальше там через пару ходов будет ничья. Я почему-то когда... Я какой сейчас, я где-то я H6 пошел здесь. Сейчас я пошел. H4, ладья E5 было. Ладья E5 было, да. Конь F5 шах. Конь F5, король G6. Да, конь G3. Вот это хороший ход. Конь G3 здесь, да, значит, да. Я пошел ладья E6. Да, ладья E6. Да, E6. Ладья D3. Ладья D3. И здесь я хожу аж... Я здесь начинаю, значит, я беру... H6. Значит, начинаю...
Я не уверен, в принципе, это самое. Вот, значит, да. Там несчастного, да, по-моему, зафиксировали? Да. Я, по-моему, хожу так, вот, значит, как бы, и видно пешку, и говорю, мне еще предлагаю. Он же счастлив. Все правильно. Такое зрительное облегчение. Потому что, представляешь, очень партия, да? И потом, после этого, значит, идут комментарии. Значит, я на самом деле это сыграл 2,5-6 набрал. Там реально там кто-то из Москвы, по-моему, кто-то набрал 3,5-6. Кстати, по-моему, Артур Юсупов играл тоже. Артур тоже набирает 3 или 3,5. То есть я сыграл не очень хорошо. Но я играл в своей команде гораздо более слабой. Ну да. Вот. А потом спрашивают, как говорится, ну и кто вам понравился? И там, значит, Полугаевский, Каспаров, там кто-то из москвичей, кому-то проиграл там, Карпов, кто-то Каспаров. И Корчдову спрашивают. Ой, только Каспаров. Только Каспаров. Да, просто называют одну фамилию. То есть на самом деле как бы уже становится понятно, что, в общем, как бы я перехожу в такую, в новую категорию уже шахмат. И, в принципе, как бы уже там, готов к каким-то свершениям. Вы уже себя видели шахматистом в тот момент? Или тогда еще непонятно было? Нет. С шахматистом, конечно, просто непонятно, как далеко будет. Да, кстати говоря, про первенство СССР, 75-й год, если мы что-то вспоминаем, все-таки еще Гарик Вайнштейн играл еще все-таки в первом финале юношеского первенства. Вот. И тоже, в общем, как бы там удачный старт, 3 из 3. Потом я там проиграл партию Лене Юртаеву. И последний тур, вот как раз вот эта партия, Никитин приехал, как раз партия с Ермолинским. Мне, в общем, 11 лет еще. У меня 5,5 из 8, плюс 3. И, в общем, если я выигрываю, я точно медаль получаю. Uh-huh. Значит, да. И, значит, ну там, он всегда играл за счет Алехина, как бы, Ермолинский, значит. И... Значит, Никитин сказал, значит, ну смотри, говорит, значит, последняя тут как бы там информатор какая-то. Писк моды. Да, последняя схема там, значит, ты играешь так, бьешь на D6 как-то здесь, потом играешь конь D2, там рокировка, там играешь B3, там конь C6, там слон B2, там это какая-то какие-то партии были здесь, значит, в принципе. Вот, значит, чем пошел здесь слон F6, A2, A3, начинаешь, тут играть... Тут та же проблема. Я как бы знаю ходы, которые надо делать, играю быстро, как бы не обращая внимания. D5, C5, конь C8, B4, A6, ладья C1. Вот. Причем как... И Ермолинский быстро ходит конь E7 здесь. Я также быстро конь 8-7. Также быстро хожу конь B3. И потом после G4 слон 6, G5 фигуру выигрывает сразу. Просто на самом деле фигуру может выиграть, потом G4. Главное, что Ермолинский-то все увидел это. Он потом сказал, что он вообще замер на секунду просто. А я, мол, не с такой B3 играю. Да, тут как бы знаю свои ходы. В основном, в этом-то идея ход ладья C1 пока, чтобы создать черным проблему, потому что бить так конь побьет. А иначе надо находить какой-то ход. В этом-то вся идея. Но как бы, не подумал. Так, и, да, хожу конь B3. А тогда в чем смысл ставить ладью на C1 сюда? Как бы? Так, естественно, он тут же побил на F3, как бы пошел конь F5. Вот. Другое дело, что как бы, ну, я пропустил это, но я, так как я этого ничего не знал, то я просто начал двигать фигуру дальше. Вот, да. А потом Никитин меня дразнил очень долго. G4, да. Вот, значит, и так вот, ну, партия, значит, на самом деле я неплохо играл ее, в принципе, значит, до какого-то момента. Там, значит, потом, я не знаю, тут просто, чтобы уже проще поставить, как бы, там я там пожертвовал пешки, чтобы не всю партию не показывать. Вот возникает такая позиция, я там играл очень творчески. Вот такая позиция. То есть я там пожертвовал пешки, там организовался проходную здесь. Вот, и, значит, и сайд-нот уже, в принципе, значит, ну, тут нахожу, значит, я правильно решил, я F4, конь F4, слон D6, ладья D8. И, значит, здесь я хожу слон C7. Здесь. Вот. И здесь единственный ход был у него конь E6, но, в принципе, ну, пайс проигран. И он ходит D3 здесь. Шах на E2. И здесь... Это, получается, 40-й ход. Я 40-й ход, король F2. Там, в общем, практически, наверное, там любой другой ход лучше был, там, король F1. Ну, после D2 надо сдаться белым. D2, потому что теряется все просто. Значит, я вынужден
Конь Д3-шар, кстати, да. Вот, и все, все про... Я, в общем, выхожу, как говоришь, я, конечно, дико расстроенный, и Никитин, я помню, мы стоим в раздевалке еще, я проиграл партию. Он говорит, ладья Е5, и фея Б7. И ферзь проходит просто. Просто ферзь. Просто белый проводит ферзя. И у меня такой шок, я начинаю плакать. Потому что я, знаешь, как все было. Как так? Это Вильнюс. Второй раз в Вильнюсе я играл. В 75-м году. Первый раз в 73-м, 75-м. Вот. Но все равно я набираю 5,5 из 9, да, значит, я делю 7-11 место. По коэффициенту 7, потому что я играл со всей верхушкой. Угу. Вот. И, ну, это опять, это вот уже год, когда входишь в такую в шахматную элиту. Не хватает еще, как говорится, ну, понятно, сил. 11 лет мне еще. Угу. Но понятно, что я уже играю с ними всеми как бы там на равных. А друзья какие-то появлялись среди них? Какие-то вот отношения складывались? Как вообще это? Я намного младше был все-таки. Намного младше. Все-таки же... Там как это, бы, да, в таком это, возрасте... Нет, это... ну это принципиально другая история совершенно. Как бы. Мне там 11-12 лет. То есть, поэтому как бы у меня отношения там как бы сложиться не могло. Ну, были такие, это, такие отношения конкурентные, там, с тем же Ростиком мы играли в Баку там, вот, в принципе. А как это все удавалось со школой совмещать? Все было довольно просто. В школе у меня вообще проблем не было. Я получал свои пятерки там, как бы, вот. Я даже помню, там был момент, у нас, значит, у нас сменился педагог русского языка, значит, у нас была, я же помню, Елена Коповна была педагог, значит, а потом к нам в школу приходит новый директор, Александра Павловна, и она была педагогом литературы тоже, значит. И она, ну, директор, она берет один класс. Вот наш класс взяла. То есть меня где-то не было. Я, в общем, появляюсь в классе, значит, как бы, значит, когда... Это фактически было с ней первое знакомство. А я сидел на задней парте, почему-то, вот тогда вот первое, значит, с другим мальчиком сидел. Вот. И там надо было сдать сочинение, как бы, домашнее сочинение о родном городе. Вот. Ну, в общем, она была не в духе вообще как-то. Сочинения там были так себе, в общем, что-то все писали, в общем. Она сразу всех критиковала. Ну, бывает педагог не в духе, она еще директор причем. И там была девочка у нас такая, по-моему, Самира Ебарова фамилия была. Вот она, значит, она была у нас как бы отличницей была. По-моему, она была она. А это такое сочинение такое, знаешь, правильное все. Значит. И она говорит, Самира, выходи, почитай, как бы, чтобы все услышали все. Я там сидел там на задней парте, ну, все скучное. Я этому Вите говорю, Витя, ну, что-то я сказал громко. Она прорывает это. А, говорит, Каспаров, да. А, ты это не был, кстати, да, значит, ну-ка. А ты написал? Я говорю, ну да, вот написал. Я не читал. Говорит, вот тогда не нравится, вот выйди, Самира, сядь, пожалуйста, прочитай свое сочинение. Ага. Я не помню сочинение, я просто помню только первую фразу там, потому что, значит, ну, как с маминой подачи было, значит, первая фраза была такая. Привычный голос стюардессы. Приземляет. Ну, все. Ты доступаешь к другому уровню уже был. И дальше рассказ просто про как я пролетаю домой. Она так послушала. Да, сказала. Но то сочинение тоже было хорошим. Состояло знакомство. Знаешь, такое. Вот это я. Привычный голос. Да, привычный голос стюардесс. Прошло там, я какой-то полвека. Если проходит, то такие вещи, как в голове остаются. А я, наверное, был единственным в Советском Союзе, кому присвоили, ну, дали золотую медаль без экзаменов. Я не мог, потому что я надо было отъехать, там я уже был член сборной Советского Союза. Там, уже не дает. И специальным решением министра просвещения. У меня были все пятерки, то есть я реально получал все пятерки, как бы. Вот. И мне дали золотую медаль. Просто как бы, да, значит, там, золотая медаль. Вот. И золотая медаль там гарантировала поступление там, в ВУЗ там, с одним экзаменом. Там, сдал английский и поступил там, в этот институт иностранных языков. Другое дело, что там я учился, как понятно, там так себе, как бы. Уже к этому моменту я занимался только шахматами. Вот. Хотя, как Ботвинник говорил, в СССР нет. Как бы у нас нет профессионального спорта, но на самом деле. Спорт был только там у нас он и был. Но это уже будет там в 80-м году. А так, в принципе, я как бы в школе, ну, все знали, как бы, страшно гордились, как бы, естественно, что там я там. Ну, вот это, вот мы как бы так описали довольно подробно творческий путь до начала вот, первенства СССР 76-го года. Как бы, до первого большого союзного успеха. То есть это как бы этот... Портрет складывается, наверное, уже довольно как бы, определенный. 70,
шестой год, январь, то есть я проезжаю в Тбилиси, у меня уже большой запас уже есть, как бы, уже там, ну, как бы... Опыт может, появился уже, да, какой-то? Уже опыт есть все-таки, да, мне хотя 12 лет, но уже, в общем, есть опыт, уже я больше играю, то есть уже как бы, я уже профессионально занимаюсь шахматами, то есть, ну, тут по всем меркам того времени, угу. В общем, я уже был такой боеспособный шахматной единицей.